Krásný den, milí diváci. Já s radostí vítám velmi vzácného hosta, Marka Komissarova. Dobrý den, buďte u nás, vítám. Dobrý den. A jeho velmi šikovnou překladatelku Jelenu, Elenu. Dobrý den. Buďte u nás, vítána. Mark Komissarov je znám svou metodou intuitivní vnímání a vidění a moc se těším, až si o tom popovídáme. Vaše metoda je známa už asi 30 let. Jak dlouho děláte tuto metodu? Эта методика уже известна так приблизительно 30 лет. Как долго вы это делаете? Я занимаюсь прямым информационным восприятием с 1999 года. Он делал эту методику прямого информационного внимания asi od roku 1998. Так что в этом году можно сказать, что я занимаюсь этим 23 года. Так же, это 23 лет. А как ты вообще к этому пришел? Как вас это нападло, с этим забивать? Как ты вообще к этому пришел? Как тебе вообще пришло это в голову? Это интересная история. Около 23 лет тому назад. Вельми zajímavý případ, to je kolem 23 лет zpátky. Я познакомился с мужчиной, который сказал, что он может видеть, не используя глаза. Он se seznámil s jedním mužem, který říkal, že umí vidět bez pomoci očí. Я не верю в чудеса. Он не верит на зазраки. Но мне все в этом мире очень интересно. Ale všechno v tomto světě pro něho je hodně zajímavý. Já спросил его, а ты мне можешь показать свои способности? On se ho zeptala, můžeš mi to ukázat, ty své schopnosti? Он говорит, конечно, приходи завтра в мою квартиру. Он дал мне адрес. Он řekl, určitě přijď zítra ke mně domů a napsal mi adresu. Я пришел к нему на квартиру. Он показал мне свою маску. Он пришел к нему до биту, он указал ему свою маску. Я проверил ее, нигде не было никаких дыр, щелей. Марк сконтролировал эту маску, не были жадные шквири, дыры, ниц. Он надел ее на себя. Я проверил плотность прилегания к маске, к лицу, нет ли там каких-нибудь щелей. Он дал эту маску на себя, Марк сконтролировал, если то достаточно певне прилегла к обличию. Все было честно. Všechno было честно. И тогда он мне стал демонстрировать свои способности. В тот момент он начал ему указывать свои способности. Он ходил за мной по квартире, не натыкаясь на мебель. Он ходил за Марком по биту, а не наразил на жадный набиток. С его книжной полки я брал книгу, открывал на любой странице, и он читал. Марк взял с полиции первую книгу, что видел, а указал ему, а он читал. Он комментировал, что происходит на экране телевизора. Он комментировал všechno, co vidí в телевизии. Я не верю в чудеса, но себе я верю. Марк не верит на зазраки, но себе верит. Если я проверил, все было честно. Když to zkontrolovala, všechno bylo čestné. То это перестает для меня быть чудом, оно становится объективной реальностью. В тот момент про него это перестало быть зазраком, а начинает быть объективной реальностью. Но возник вопрос, как же это может быть, если это невозможно? Возникает вопрос, как это можно, если это невозможно? Ответил я на этот вопрос просто. Если ты сталкиваешься с чем-то еще неизвестным науке, людям, оно и объявляется чудом. Ответ jednoduchá. Pokud něco potkáš, co je neznámý, to vždycky vypadá jako zázrak. Ведь если бы я мог собрать вокруг себя самых продвинутых ученых 19 века. Kdyby kolem sebe sebral nejlepší vědci v 19. století. И показал бы им телевизор, видеокамеры, мобильные телефоны и спросил бы, товарищи ученые, что вы об этом думаете? Указал бы им телевизор, телефоны, камеры, а зептался, что мыслите на то? Они бы хором закричали, это чудо, чудо, как вы это делаете? Они бы на глаз кричали, это зазрак, зазрак, как это делаете? А не дьявольское дело. А не дьявольское дело. Или это дьявольские какие-то вещи. Но я бы при всем своем желании ничего не смог бы им объяснить. Но он, и если бы мог хотел, стене бы не мог им это объяснить. я бы им стал говорить об электромагнитных полях, о электронно-лучевых трубках. Они бы не поняли ни одного слова. Он бы им высветливал о неких электромагнитных полях, о неких лазерных трубках, но они стейно не похопили, что это. В 19 веке законы электроники, на базе которых все сегодня так хорошо работает, еще не были открыты. В 19 столетии все законы электроники еще не были знамы. Было бы бесполезно им что-то объяснять. Было бы избыточно нечто высветловать. И вот то, с чем я столкнулся, когда мне мой знакомый показал свою необычную способность, это то самое необычное, которое сегодня еще объяснить невозможно. То, на что он наразил с тем знаменем, который ему указал нечто, что он не знал, выпадало то зase нечто, как невозможное. Но оно объективно существовало. Але объективно существовало. Тогда я решил создать свою гипотезу, что это такое. В тот момент он решил вытворить свою гипотезу о том, что это есть. Логически для самого себя объяснить, как это работает. Про себя высветлить логически, как это функционирует. А потом уже начинать работать с этим явлением. А потом начинать с этим работать. Я допустил, что в нашем мозгу есть особый центр, который способен получать любую информацию напрямую, не используя наши привычные органы чувств. Он припустил, что в нашем мозгу существует некий центр, который умеет принимать информацию без использования наших органов, смысловых органов. То есть можно видеть, не используя глаза, слышать, не используя уши, получать любую информацию, не используя наши привычные органы чувств. Мы можем видеть без помощи очей, можем слышать без помощи ушей, а доставать какую-либо информацию без использования наших смысловых органов. Я твердо убежден, что все мы люди скроены по единому образцу. Он твердо přesvědčený, že všichni lidi stvořeni jako stejný podle stejného obrazcu. Две руки, две ноги, голова с мозгами. Máme dvě nohy, ruce, hlavu s mozkem. И этот центр, если он есть у кого-то, он есть у каждого. A tento centrum, pokud je u jedného, tak je u každého člověka. Просто у того человека, с которым я познакомился, он сам собой активизировался. Jenomže u toho člověka, kterého on poznal, ten centrum asi sám o sobě se zaktivoval. И я подумал, что надо создать методику, которая поможет активировать этот центр у любого человека. A on se zamyslel nad tím, že je potřeba vytvořit metodu, která pomůže každému člověku aktivovat tento centrum. Я назвал этот центр «Центр прямого информационного восприятия». Он назвал этот центром как центром прямого информационного внимания. Я постарался создать методику, которая могла бы активизировать его у любого человека. Он се покусил вытворить методу, которая бы помогла активировать этот центром про каждого. Мне это удалось. А подарилось ему то. Я люблю сравнения. Он рад сравнивать вещи. И я сравнил этот центр прямого информационного восприятия с центром речи в мозгу человека. А поравнял этот центр с центром речи у человека. Все мы имеем центр речи в мозгу, но если его не активизировать, не начать с ребенком говорить, он уйдет из этого мира без возможности разговаривать. Каждый человек имеет центр речи в мозгу, но если не будет активирован, так человек уйдет с этого света и не начнет говорить. И мы, родители, с первых дней появления младенца на свет, мы активизируем этот центр. Мы, как родители, от первого дня у того дитяти, как се народи, так стараемся активировать этот центр. Мы говорим с ребенком. Мы поряд млuvíme с детским. Где-то примерно, когда ему исполнится годик, мы не просто говорим, а мы задаем ему вопрос и делаем паузу, побуждая его ответить. Když dítě má asi rok, my začínáme nejenom mluvit, ale dáváme otázky, aby jsme motivovali dítě mluvit, odpovídat. Ребенок старается что-то сказать, он произносит какие-то звуки, слоги, коверкает слова. мы поправляем его и продолжаем делать то же самое. Мы с ним говорим и задаем ему вопрос. Дитя snaží se odpovídat, komu-li slova dělá chyby, ale my opakujeme otázku a motivujeme to dítě odpovídать správně. Ребенок начинает говорить все лучше, лучше и лучше. Дитя mluví líp a líp. Девочки, они всегда спешат. Holky vždycky pospíchají. Они начинают болтать с 2 лет. Они начинают mluvit už od 2 лет. Мальчики начинают говорить с 3 лет. Kluci až od 3 лет. Но и мальчики, и девочки начинают прекрасно говорить на своем родном языке. Ale i kluci, i holky začínají krásně mluvit na svém rodném jazyce. Мы активизировали центр речи в их мозгу. Protože jsme aktivovali ten centrum řeči v jejich mozku. То же самое происходит с центром прямого информационного восприятия. Úplně to stejné s tím centrem přímého informačního vnímání. Я разработал методику и проверил ее на практике, которая направлена на то, чтобы активировать этот центр. Он вытворил методу, проверил то практически, как всегда активировать этот центр. Методика работает. Метода працует. На сегодня я могу сказать, что я способен активировать этот центр у любого человека. Teď on může říct, že je schopný aktivovat tento centrum u kohokoliv. Очень легко этот центр активируется у детей. Velmi lehce tento centrum se aktivuje u dětí. Мне достаточно поговорить с ребенком 5-6 минут, и он начинает видеть с закрытыми глазами. Stačí mluvit s dětskem pár minut a on začíná vidět s zavřenýma očima. Как это происходит? Ко мне привели нового ребенка. Я показываю ему на видео фильм, что это возможно. Как это функционирует? Марк укажет ему некий фильм, где уж дети умеют, а он укажет ему, что это возможно. Ребенок видит все это. Я вижу глаза ребенка, они у него горят. Я спрашиваю его, тебе нравится? Да! Хочешь, я тебя научу? Да! Я говорю, это просто. Надо сделать то все. 5 минут. Ребенок начинает видеть с плотной повязкой на глазах. Дети то видят, Марк внимает, как уж ему горят очи, а детский его спрашивает, «Либи се ти то?» Дитя говорит «Йо!», а он спрашивает «Хочешь се то научить?» «Йо!». А тем, что дитя то верит тому, так стачи ему дать эту маску на очи, а уж видит. Со взрослыми все гораздо сложнее. С доспелыми это ведь сложнее. И это имеет свое объяснение. Má to svoje vysvětlení. Когда на своем занятии, на первом занятии, я говорю взрослому студенту, закрой глаза, я тебе даю цветной листочек бумаги, ты скажи, какого он цвета. Když v první hodině on dá dospělý vezme tu černou masku na oči a Mark mu dá barevný papír a zeptá se, jaká je to barva. Его мозг начинает кричать. Его мозг начинает жевать. Перед тобой сидит явно патологический идиот. Подивися, перед тобой сидит патологический идиот. Ну ты же не идиот, ты понимаешь, что это невозможно. А ты не идиот, ты мусишь разуметь, что это невозможно. Вставай и беги отсюда, чем скорее, тем дальше. Встань, а бежь, а цена и рыхлость. И это закономерно. Мозг взрослого человека не верит в чудеса. Он знает, что возможно, что нет. A je to normální, protože mozek člověka nevěří na zázraky. On ví, co je možné a co ne. On zná, že po polu chodit možno, po потолку нет. On ví, že po zemi chodit může, ale po stropě ne. Skvoz stěnu ne projdeš. Skřes zeď ne projdeš. V stakáně vody ne roztvoříš. Ve sklenici vody se nerozpustíš. И когда глаза у тебя открыты, ты видишь. А když máš otevřené oči, vidíš. Когда глаза закрыты, ты не видишь. Když máš zavřené oči, tak nevidíš. Это не просто его личный жизненный опыт. Ale to není jenom jeho životní zkušenost. За этим стоят сотни миллионов лет эволюции живого на Земле. За этим стоят сотни миллионов лет животу на Земле. 100 миллионов лет назад для динозавра было то же самое. 100 миллионов лет спадки про динозаврус это было úplně stejný. Глаза открыты, он видит. Очи отоврены видит. Глаза закрыты, он не видит. Очи заврены не видит. Это наша генетическая память. Это генетическая память. Что с закрытыми глазами видеть невозможно. Že se zavřenými očima vidět není možný. И вот моя задача на моем семинаре преодолеть эту генетическую память. Jeho úkolem je na semináře překonat tu genetickou paměť. Доказать моему студенту, что он может видеть, не используя глаза. Доказать студентovi, že on může vidět, i když nepoužívá oči. Я это делаю. А он то делал. Вот это ответ на ваш вопрос. To je odpověď na vaši otázku. Dokážu si představit, že to centrum, které máme v mozku, aktivujete asi mentálně, určitě ne fyzicky nějakou palicí, ale asi mentálně. Ну, у нее представление, что, конечно, ты активируешь этот центр как-то ментально, не физически палкой по голове. Конечно. Я доказываю человеку, я говорю ему, вот делай вот это. Если у тебя начинает получаться, твой мозг начинает верить этому. Samozřejmě, on říká člověku, dělaj něco, a když to dokážeš, tak tvůj mozek se přesvědčí. И когда человек называет цветной листочек бумаги и открывает глаза и видит правильно. А když člověk správně řekne tu barvu papíru a pak otevře oči a vidí, že to je správně. Он удивляется, закрывает глаза, я ему даю следующий листочек. Да. Когда он видит это правильно, мозг говорит, ну что, угадал? Бывает. Закрывай глаза. Другой листочек. Он сидит, а мозг, samozřejmě, má výmluvu a říká, no, tak, jenom si odhadl. Называет его, открыл. Опять правильно. А pak zase řekne správně. Мозг говорит, ну опять угадал. Давай следующий лист. А zase správně. Мозг říká, no, zase si odhadl. Назвал, открыл, а цвет другой. Мозг говорит, ну это же понятно, ты же понимаешь, что два раза ты угадал, а третий нет, потому что видеть закрытыми глазами невозможно. Pak řekne barvu nesprávně a mozek říká, no vidíš to, že vidíš, že jsi zase neodhadl, takže to není možné vidět. Ну когда ты угадал 5 раз. Ale když odhadneš 5krát. 20 раз. 20krát. 120 раз. 120krát. Мозг понимает, нет, я не отгадываю, я вижу. Мозг rozumí, že jo, já nehádám, já vidím. Это, конечно, в общих словах, но именно этим я доказываю студенту, что он не угадывает, что он видит. Это, samozřejmě, obecné vysvětlení, ale tak on dokazuje těm lidem, že doopravdy vidí. Когда у человека сработал, он начал понимать, что он видит. Když u člověka to zpracuje a začíná rozumět, že to vidí. Он начинает творить чудеса. Он начинает творить зázraky. С закрытыми глазами он называет цветные листы бумаги. С завренными очима справнее říká barvy papíru. Описывает картинку, которую я ему даю. Пописывает образы, которые ему указываю. Читает текст. Читает тексты. Ходит за мной по улице. Ходит за ним по улице. Определяет цвета машин. Видит барвы аут. Читает их номерные знаки. Читает значки аут. Теперь он уже не может сказать, что это невозможно. Теперь он не может сказать, что это невозможно. Но дальше это дело практики, тренировки. А дальше должна быть, конечно, практика и тренинг. И чем лучше ты что-то тренируешь, тем лучше оно работает. А чем лучше тренируешь, тем больше это работает. Следующий. Слушаю вас. Vzpomínám si, před 10 lety, když jste tady byl, tak potom po natáčení jsme s vámi dělali ten test. Она вспоминает, что после съемки, это было здесь 10 лет назад, после съемки вы делали тест. Byly tady 2 nebo 3 ženy a 2 muži. Byly zde 3 ženy, 2 muži. Bylo zvláštní, že u žen ten proces probíhal mnohem rychleji a do relativní chvilky jsme pak díky teda vaší metodě začali vidět i s brýlemi. Очень странно было, что у женщин этот процесс был быстрее, и они быстро начали видеть и в тех масках. A byli tady 2 muži, jeden je hodně rozumový, byl matematik. Byli 2 muži, jeden byl očin takový, no, matematik, který hlavou očin. S ním to trvalo mnohem déle než s námi, se ženami, a bylo to velmi problematický. On měl problém sám sebe přesvědčit, že to funguje. S ním to očin dlouho dlilo, protože on sám sebe должен byl ubedit, že to pracuje. A ten druhý to byl náš kameraman a taky potřeboval víc času než my ženy. А тот другой был их оператор, и ему тоже потребовалось больше времени, чем женщинам. Чем это? Чем это способно? Почему так? Объяснимо. Мы, мужчины и женщины, разной породы. Мужчины получают информацию, и у них работает правое полушарие. Она отвечает за логику. Левое полушарие работает, но превалирующее правое. Мужи жены не соустейны. Мышление мужу, за мышление мужу отповеда правая гемисфера, которая логическая. Женщины мыслят левым полушарием. Жены примышли левую гемисферу. Оно отвечает за чувства, за эмоции. Отповеда за поцити, за эмоции. Оно не так логично, как мужской. Она не так логическая, как мужская. И поэтому они гораздо легче воспринимают то, что я им говорю. Прото они единодушно внимают то, что он говорил. Они более открыты к новому, необычному. Жены са вице отвержены к новому, а незнакомому. Ну, за это мы, мужчины, и любим наших женщин. Зато мы, мужи, мамы, ради наши жены. Красное высветление. Красиво ты объяснил. Спасибо. Já bych se chtěla zeptat, určitě jste měl těžké případy, kdy třeba měli lidi poškozený mozek nebo úplně poškozený fyzický zrak. Jestli jste i tam зажил успехи. Хотела бы спросить, если у тебя были очень какие-то сложные случаи, которые совсем люди потеряли зрение? Да, были. И достаточно много. Достаточно экологии припадов. Значит, идея была в чем? Если человек в состоянии получать визуальную информацию, не используя глаза, myšlenka byla v tím, že pokud člověk umí dostávat informaci bez použití očí, значит, слепые могут видеть. To znamená, že slepí můžou vidět. И я начал приглашать на свои семинары слепых. Он начал звать на свои семинары слепые люди. Очень легко это активировалось у слепых детей. Легче se to aktivovalo u slepých dětí. Но имеет значение, ребенок родился слепым или он потерял способность видеть? Я раздел в том, если дитя се народила слепым, либо стратило в пробегу живота зрак. Когда мы рождаемся, где-то до 3 месяцев ребенок не видит. Если дитя народит до 3 месяца не видит ниц. Не потому, что у него не работают глаза. А не потому, что не функционирует. Он получает визуальные образы, но их в мозгу его еще нет. Он доставал визуальные образы, но в мозгу они еще не существуют. Он не в состоянии их идентифицировать, опознать. Не умеет идентифицировать. Но где-то примерно к 3 месяцам перед ним возникает некий образ. Приблизительно к 3 месяца перед ним возникает некий образ. Мозг получает его, ныряет в базу информационных данных, которые ребенок уже накопил. Мозг достава, понурится до той базы информационных, которые уже ма. Сканирует. Сканует. Видит, о, я это видел, это лицо моей мамы. А рика, о, то, что я видел, то я обличие моей маминки. И ребенок улыбается и навстречу. Усмеивался. Ну и там по ходу жизни набирает больше образов, мы начинаем видеть. А пак в бегом живота сбира те образы, а зачина видеть. То есть опознавать то, что мы увидели. У слепого от рождения, скажем так, у ребенка, который ослеп, у него есть база визуальных данных. Дитя, которое стратило зрак в пробегу живота, то дитя ма някую базы тех образков. И когда я активирую его способность видеть с помощью инфоцентра, у него есть эти образы, он в состоянии опознать, он в состоянии начать видеть. Когда же активирует этот центр, он может познать. А ребенок, который родился слепым, у него нет ни одного визуального образа. Дитя, которое родилось слепым, оно не имеет никакой визуальный образок. И сначала я подумал, что с детьми, которые родились слепыми, я не могу им ничем помочь. Зачатку он примышлил так, что тем детям, которые родились слепыми, он не может помочь. А потом я подумал, какая разница, чем наш мозг будет набирать визуальные образы. Пак си замислил над тем, какой роздел, каким способом этот мозг будет собирать визуальные образки. Если у него нет проблем с глазами, он будет набирать визуальные образы глазами. Když nemá problémy s očima, tak nabírá ty obrazy očima. Если он не может видеть, ему же можно набирать эти визуальные образы по новому каналу. Když neumí vidět, on může nabírat ty vizuální obrázky přes nový kanál. И он начнет опознавать эти визуальные образы. Он начнет познавать эти визуальные образы. То есть он начнет видеть. Он начнет видеть. И так я начал учить детей слепых от рождения. А так начал учить детей, которые jsou слепы od narození. Я показываю ему цвет бумаги и говорю, вот это красный. Он указывает ему барву, а říká, to je červená. А вот это синий, вот это желтый, вот это зеленый. Это модрá, желтая, зеленая. Ребенок, его мозг все очень быстро воспринимает. То дитя, его мозг hodně rychle to vnímá. Он начинает получать эти визуальные образы. Он начинает доставать визуальные образы. А значит, он может опознавать. А то значит, он может познать. И вот я занимался здесь, в Чехии, со слепым ребенком. Маричек его зовут, ему было 5 лет. Он тогда процветал с одним малым клуком, который имел 5 роков, именовался Марек. Мама привела его на мой семинар. Мама его привела на семинар к Маркове. Я его обучил. Он его учил. Через неделю, это есть видео, я на столе разложил разные цветные листочки бумаги. Он подходит и узнает их, называет это синий, это желтый, это зеленый, это опять синий, этот красный и так далее. За týden, a on má i viděl na to, ten kluk už poznával barvy a říkal, to je modrá, to je zelená a tak dále. Он начал видеть. Он начал видеть. А через полгода я приехал сюда. Мама пришла с ним ко мне на семинар показать, чего он достиг. А když přijel jsem přes půl rok, tak maminka ho dovedla ukázat, co on už umí. Ребенок сидит с компьютерной приставкой. И там идет игра. Там человечек прыгает, все, им надо руководить. Ten kluk měl u sebe počítačovou hru. А играл, там имел некие тлачитка, мачкать, девать кому-то všechno skočí, а он с ним играл. Это ребенок слепой от рождения. То есть дети слепые от рождения. Он видит точно так же, как видят зрячие люди. Он видел úplně stejně, jako lidi, kteří nemají problémy se zrakem. Мама плакала, когда она видела. Маминка бречела, když to viděla. И вот это для меня самое дорогое. А про него это то найдорожче. Когда я вижу слезы матерей, у которых дети слепые стали видеть. Když on vidí слезы маминек, дети, которые začali видеть. Это самая большая благодарность, которую я только могу получить. Это наивысшая вдячность, которую он может достать. Вот это мой ответ вам. Это ответ про вас. Moc by mě zajímalo, jak potom na to reaguje společnost. Jestli třeba se vám ozývají lidi z výzkumných ústavů a mají zájem o vaši metodu, protože to je svým způsobem zázrak pro ty, kteří neznají tu metodu. Интересует, как общество на это реагирует. Если тебя, например, к тебе обращаются из каких-то там интернатов, исследовательских каких-то институтов, если обращаются к тебе за тем, чтобы, чтобы эта методика могла помогать. Ну давайте начнем. Обращаются ли ко мне с интернатов? Začne z toho, jestli se na něho obrácí z nějakých těch ústavů, jako internáty. Výzkumný instituty. Instituty, исследовательские институты. Давайте сначала с интернатов. Vědecký институт. Ее интересуют именно исследовательские институты, научные. Я špatně jsem to řekla. Хорошо. Protože to je potom obrovská exploze, když zjistí, že slepý člověk vidí. Значит, я абсолютно четко понимаю, что на сегодня инфовидение – это нечто паранормальное. Он přesně rozumí, že na dnešní den infovision to je něco jako paranormální. Которое наука отрицает. Něco, co nauka odmítá. Она считает, что это какие-то общества, какие-то… До тех пор, пока наука не признает, что это реально существующее явление, инфовидение не может прийти в мир. До той doby, pokud vědci nepřiznají infovidění jako normální jev, to nemůže, oni nebudou s tím pracovat. Первые, я поэтому стараюсь проводить исследования. И первое исследование, которое я проводил, это было в 2006 году в Нью-Йорке. Очень мощная такая организация, Нью-Йоркский медицинский университет. Proto on snaží dělat nějaký výzkum. A první výzkum byl v roku 2006. To byl Нью-Йоркский výzkumný университет. Я обратился к ним, спросил, могли бы они провести это исследование. Они сказали, сколько это будет стоить. Я оплатил. Он se на něj обратил, zeptal se, jestli může udělat ten výzkum, oni mu řekli, kolik to bude stát, zaplatil to. В то время я в основном учил детей, у них очень просто все это. В ту добу většinou учил jenom děti. Я спросил, сколько детишек я должен представить. Zeptal se, kolik dětí má tam přivést. Они сказали 5 детей. Взяли 5 детей. Мы договорились, что это будет электроэнцефалограмма. Они домluvili, že to bude электроэнцефалограмма. Когда электроды подключаются на скальп, и они фиксируют, какие участки мозга работают, когда ребенок смотрит открытыми глазами, и какие участки мозга работают, когда ребенок смотрит закрытыми глазами. Они дали налепку электроды, где приборы фиксировали, какие части мозга функционируют, когда дитя дива отворенными очима или завренными очима. Они провели эти исследования, выдали мне вот все эти загогулины, в которых я ничего не понимаю, я инженер. Уделали этот виском, выдали ему эти папиры с тема, не знаю, которые загогулины. Это кривки. Але он тому не разумеет, потому что я инженер в полной области. И моя задача не объяснить, а доказать, что оно реально существует. Его околом я не высветлить. Объяснять должны специалисты, ученые. Его колом я не высветлить, а доказать. И они мне дали 2 страницы текста, в которых описали свою работу. Дали ему 2 странки текста, где была пописана их работа. Очень интересная последняя, 2-я страница. Другая странка была вельми заимова. Самое интересное в ней последний абзац. А главное, этот последний абзац. В нем всего 2 фразы, ну, 2 предложения. Первое. Наша аппаратура показала, что когда на глазах у тестируемого находится светонепроницаемая повязка, то в затылочных частях мозга, отвечающих за получение визуального сигнала, никакой активности нет. Первая вета была, что их вискоми показали, что когда дитя видит или не видит. Нет, что в затылочных частях мозга, которые отвечают за получение визуального сигнала от глаз, никакой активности нет. Когда дитя имеет маску, так в этой части мозга затылок, tady v té části mozku žádný signál o tom, že mozek dostává vizuální nějaké obrázky, signály není. Хорошо. Dobrý. Вторая фраза. А другая вета. Но так как при этом ребенок определяет правильно цветные листы бумаги, картинки, читает текст, значит, он подглядывает через дыры и щели в повязке. Ale tím, že dítě správně vidí barvy, předměty a tak dál, to znamená, že on vidí přes nějaké škvíry nebo díry v té masce. Jak že tak? Вы же одно предложение впереди написали, что никакой активности из-за получения сигнала от глаз нет. Jak je to možné, že jste napsali, že předtím jste napsali, že žádná aktivita o tom, že dostává nějaký vizuální signál není. Если бы ребенок подсматривал, то была бы активность этой части мозга, потому что визуальный сигнал от глаз проходил сюда. Kdyby dítě podhlíželo, tak tady by se ukázala aktivita, protože dítě by vidělo. Вы же написали нет. А вы написали, что же вы вот этот, извините, бред пишете? Вы написали, что нет, прочь потом пишете это несмысл. Но настолько велик этот животный страх маститого ученого перед тем, что он столкнулся с чем-то абсолютно необычным, которое не отвечает законам физики, всему, чему его учили. Ten strach je tak velký pro toho známého vědce, že před tím, že něco neví. Что ему проще написать вот эту глупость, чем признать, что он столкнулся с чем-то новым, необычным. Že pro něho víc jednoduché napsat úplnou blbost, než přiznat, že on potkal něco neznámého a zvláštního. Ale znamená to, že grafy před i po zakrytí očí byly stejné? Там не была показана жена активита мозгу? Там это означает то, что эти вот графики, они были одинаковые, когда были глаза открытые и когда закрытые? Да. Были стейные? Нет, когда глаза были открыты, была реакция мозга. Не. Когда очи были отворены, так была реакция мозга, был сигнал тари. Мозг реагировал. Когда были закрыты, так не было? Не было. Они так написали. Они написали, что не была жадна активита. Но потом написали, что так как ребенок все это называет правильно, значит он подглядывает через дыры и щели. Але пак написали, что... Это не что-то иное, но этот граф не зазнаменал жадную активиту. Вовсе. А как это объясняете? Как это объяснить, что не было активности, не было никакой активности? Да потому что мозг не получал визуальные сигналы от глаз. Он то объясняет тем, что мозг не доставал. Они не смотрели, откуда он получал. Он же получал сигналы не от глаз. Добре, але то центрум мусило стейне працовать. Хорошо, но этот центр все равно должен был работать там в мозгу. Я не специалист. Ты заимовый. Я не знаю, какой центр должен был работать или не должен был работать, но первая фраза говорит, что когда ребенок смотрел с закрытыми глазами, никакой активности здесь не было. Точка. Он не специалист, он то не может никак высветлить, как бы ведецки, но та вета была написана, что жадный сигнал не был. Они мерили только то центрум, которое пропоено с очима. То есть они мерили только тот центр, который соединен с глазами? Я не знаю, что они мерили. Я получил отчет. Первая фраза. Наша аппаратура показала, что когда на глазах у тестируемого находилась светонепроницаемая повязка, то в затылочных долях мозга никакой активности не было. Все. А вторая фраза, что якобы он подсматривает. Но если бы он подсматривал, была бы активность. Логики нет. Но настолько велик страх маститого такого ученого, что ему проще написать вот эту глупость, чем признать, что он столкнулся с чем-то необычным для него. Он не видел, там мерили единицу, має праві ten výsledek výzkumu, в котором было написано как бы две нелогические вещи. В одном вете было написано, что жадный сигнал не, а в другой вете было написано, что подглиже. А то бы знаменало, если бы подглиже, так то бы знаменало, что там ten сигнал будет. Я поехал в Москву. Он поехал до Москвы? У меня хороший контакт с ученым из Московского университета. Он имеет там добрые контакты с ведцем с Московского университета? Я показал и объяснил ему на детях, как это работает. Он согласился провести исследование. Он указал мне, кто функционирует на детях, а он согласился уделать виском. Мы его провели несколько по-другому. Уделали троху инак ten виском. Ко мне привели детей, еще не активированных. Он приводил детей, которые еще не имели активированный ten центр. Сделали электроэнцефалограмму для обычных детей, у которых ничего еще, центр не работает. Уделали энцефалограмму у тех детей, которые еще не были активированы. Потом я активировал их. Как он уделал активацию? 10 минут. И мы сделали вторичную электроэнцефалограмму уже с повязкой на глазах, когда он мог видеть, не используя глаза. По 10 минутах они уделали засветленным виском, но уже в маске, когда еще дети не использовали очи. Ими провели исследование 12 детей. Они прескоушили 12 детей. Ученый сказал мне, что им нужно 2-3 дня, чтобы обработать. Они потребовали 2-3 дня, чтобы эту информацию спрацовали. А потом он мне позвонит. А как ему завалал? Он мне позвонил. Все готово, я все обработал. И я ехал туда с твердой уверенностью, что мы пожмем друг другу руки и будем ждать, когда нас известят, что мы получили Нобелевскую премию. Он ему завалал, Марк предполагал, что там приедет, что подай си руки, а буду чекать, когда достану Нобелевскую премию. Цену. Меня ждал сюрприз. Але чекала его приквапаний. Он сказал: Марк, аппаратура показала, там много интересного, но аппаратура показала, что есть реакция сетчатки, ретины. Он říkal, Марк, наши аппараты указали, что есть реакция сетницы. Если мы приедем, а согласно договору должна была быть научная статья в научном журнале. Если мы поедем, а в этой смоле было написано, что буду о том писать в неких видецких часописах. Мы приедем в редакцию журнала научного, редактор посмотрит и говорит: ребята, вот у вас реакция сетчатки, ваши дети где-то подсматривают. Они приедут до этой редакции, им говорят: подивайте, тут реакция сетницы, то значит, что ваши дети негде подглядят. Я сказал этому ученому: но ты же знаешь, что это не так. Он сказал: а ты видишь, что так не? Я знаю, но прибор это показывает, что есть реакция. Он сказал: я вим, но этот аппарат указывает, что реакция есть. Тогда, по-моему, в Италии я провел другое исследование – электроретинография. Это когда электроды не на черепе, а капают специальные анестезирующие капли, и электроды подводят под веко туда, к задней стороне глазного яблока, где находится сетчатка. Pak on udělal ještě jeden výzkum v Itálii, ale to už byla retinografie. To je tak, že ti oči rozkápají a dávají tam elektrody až za to oční bulvu a tam jde měření. A elektrody na hlavu, myslím taky. Ne, on říkal, že právě ne elektrody na hlavu, ale těch očí. Я провел это исследование, я получил результаты, которые меня безмерно удивили. Они уделали этот виском, а те выследки его очень преквапили, а удивили. Аппаратура показала, что есть реакция сетчатки. А засе аппараты указали, что есть реакция сетницы. Этого не может быть. Это не может. Я поехал к этому ученому в Москве, Каплану, говорю: Саша, я в тупике. Сетчатка не может реагировать, потому что глаза закрыты. Он ел зase за тем věcem Капланом до Москвы. Říkal: я просто не vím, co, та сетница не может реагировать. Он сказал мне: Марк, твоя ошибка в том, что ты полагаешь, что сетчатка может реагировать только на визуальные образы от глаз. А она может реагировать на визуальные образы, которые мозг ей подает изнутри, не используя глаза. Он ему сказал: хиба в том, что ты си мыслишь, что та сетница реагирует на некие сигналы извенку, але она может реагировать и так и на некие сигналы извнутрь. Я постучал себе по голове. Это действительно так. Когда мы спим, наши глаза закрыты, а мы видим сны, мы видим визуальные образы. Наш мозг берет их из нашего там хранилища и формирует нам сны. Он сказал: это точно так, что мы, когда спим, мы также имеем визуальные образы, которые нам подает мозг. Сетчатка может реагировать на сигналы визуальные, которые идут не от глаз. Сетница может реагировать на те сигналы, которые идут не через очи, а извнутрь. Тогда я повнимательнее изучил результаты вот этой электроретинографии. Pak on ještě jedno víc pozorně podíval na ty výsledky, co dostal z té ретинографии. Я обнаружил одну очень интересную вещь. Время прохождения сигнала от глаза до мозгового центра отличается от времени, которое проходит визуальный сигнал от центра прямого информационного восприятия к мозгу. Zjistil hodně zajímavou věc, že ten čas se liší. Ten čas, když ten signál jde přes normálně přes oči a přes mozek zpátky, a ten čas, když ten signál jde přímo přes ten centrum vnímání. Вот эта разница в скорости достижения сигнала показывает, что сигнал приходит сюда по разным каналам. А právě ten rozdíl ukazuje, že ten signál jde z různých kanálů. Надо, по идее, продолжать это исследование. Я потреба покрачивать в вискумах. Но для меня, как бы, по занятию инфовидения есть два направления. Про него в тех цвиках, а в той выуце есть два смера. Первое – доказать, что инфовидение реально с помощью ученых. První, dokázat, že infovidění je reální při pomoci vědců. A druhé направление тем людям, которым все равно, что думает на эту тему ученые. А другой смер против людей, которым более jednotно на это мысли вецы? Им хочется получить эту способность. Они jenom chtějí dostat tu schopnost. Они хотят приехать на мой семинар. Они бы хотели приехать на его семинар. Чтобы я активизировал способность, обучил их детей, людей с проблемами зрения, потому что когда мозг начинает получать визуальную информацию, не используя глаза, проблема глаз не имеет значения. Люди сбрасывают очки на моих семинарах. Те люди, которые хотели за ним приехать, чтобы решили проблемы со зраком, что на его семинарах люди откладывают бриллы. Поэтому я большую часть внимания все-таки уделяю живым людям. Я даю им то, что им требуется. А прото вечную часть своего часа он дава тем людям, которые это потребуют. А с учеными я с удовольствием, если они предложат, давайте приезжайте к нам, мы проведем эксперимент, с удовольствием приеду. Moc rád samozřejmě přijede za vědcema, kteří řeknou, jo, chceme na to podívat, s tím něco dělat. Может быть, вот эта ваша программа поспособствует тому, что ваши ученые из Чехии захотят, Марк, приезжай, нам это интересно, мы хотим провести эту работу. Možná právě váš pořád udělá to, že ty věci uvidí a třeba budou mít zájem исследовать. Разумеем, исследовать. Исследовать. И тогда я скажу вам отдельно огромное спасибо. А пак вам řekne, zvlášť вам řekne, obzvlášť вам řekne, moc děkuji. Ну вот это то, что я вам рассказал о ученых исследованиях инфовидения. To je to, co on chtěl říct o výzkumech vědců. Jestli u vás je ke mně ještě otázky, jestli máte ještě nějaký dotaz, on odpoví. Já bych měla dotaz. V zákulisí jste nám ukazoval videa, jak děti, kteří mají vaše brýle, normálně sportují. Dokonce míří na terč, to je zázrak téměř. Ty показывал видео, где дети занимаются спортом, где все делают закрытыми, с масками, с закрытыми глазами. Если вы помните, не только дети, но и взрослые. Они стреляют из лука. И доспели. Не только дети, но и nejenom дети, але и доспели. Да. То vědcům nestačí, když vidí toto video? Этого недостаточно для ученых, когда видят это? Нет, они говорят, ваши студенты подсматривают. Не, нестачи. Они říkají, že oni podhlíží, ваши студенты подглядят. А почему не vyzkouší сами? Почему сами не попробуют? Я сам ваши брилле měla a opravdu jsem nic neviděla. Если вы не верите в это, вы можете 10 лет пробовать, у вас ничего не получится. Потому что есть два пути общения с чем-то неизвестным. Если ничему не верите, так то можете и 10 лет скушать, а это не путь. Первый путь – исследовать это явление, доказать, что оно есть. Existují dvě cesty. První cesta sledovat to, ale a dokázat, že to není. Druhý půd dokázat, že to je, provedete sledování, které dokáže, že этого нет. Jsem řekla, že není, že? Tak a druhá cesta dokázat, že to existuje. Поэтому мне нужен объективный ученый, который верит, что это есть, и ему нужно только подтверждение, что это есть. Proto on hledá objektivního vědce, který tomu věří a chce dokázat, že to existuje. Потому что необъективный ученый скажет, а может вы сюда маленький динамик засунули в ухо, он с закрытыми глазами, а вы ему, тебе дают зеленый цвет, а теперь тебе дают картинку, на которой изображен слон. Ты все слышишь и ты говоришь. Потому что необъективный ведец будет выкладывать, что треба ма ten человек слухатку в уху, где ему наповедает, какая барва. Самые невероятные объяснения, лишь бы доказать, что ты обманываешь, что этого нет. Вымисли úplně neskutečné vysvětlení, aby jenom dokázali, že to neexistuje. Это жизнь. Это живот. No, to jsou omezení vědců, já bych to nazvala spíš takto. Это ограничение ученых. Да. Их учили, что возможно, что нет, законы и так далее. И если это не соответствует тому, вот вдумайтесь слово «ученый», по-русски «ученый» — это человек, которого учили. Учили, цілу добу учили, це можніцьоне, де ще то слово в русщині, де учений, це знамена, що його учили, так як відець, це знамена, що його учили, ну, то трошки інакше. А учили, опираючись на прошлые знання. Йо-йо. Але учили, з тих зналостей минулих, що мали вже перед тим. А в прошлом этого явления не существовало. Na empirickém zážitku vlastně položení, ale já bych měla ještě poslední otázku. Да, пожалуйста. Kolik lidí jste vyléčil, kolika lidem jste pomohl vidět, obzvlášť slepým? Сколько людей ты вылечил и скольким слепым ты помог видеть? Хороший вопрос. Добрая отазка. В Санкт-Петербурге меня пригласили в интернат для слепых и слабовидящих детей. В Санкт-Петербургу позвали до интерната про слепые и шпатновидящих детей. Я работал с ними. Они начали видеть. Кто-то там начал видеть хорошо, кто-то хуже. Но после этого представители этого института или организации сказали, что это не так, дети подсматривают. И я понимаю, почему. Представьте себе. Позвали до некого интерната, он эти дети научил видеть некого гнет, некого вид, некого минь, але гнет потім ти як ведення той организации. Представьте себе, что я пришел в вот такую организацию и обучил всех детей видеть. Они řekli, že они подглядели, потому что, если представьте, что он пришел некам, а научил всех не видеть. Все работники этой организации потеряют работу. Пак всех не pracovníci тогото стратили працы. Представьте себе, что все дети или взрослые сняли очки. Представьте себе, что все доспели отложили брила. Что будут делать производители этих очков? Что будут делать виробцы брил? Они же все потеряют. Всех настрати. Кому это нужно? Кто-то потребует. Никому. Никто не потребует. И поэтому поддержку со стороны центра вот этих всяких школ для слепых и слабовидящих я так и не получил. А прото нигде не достал подпору тих интернатů, школ a organizací. Takže oni radši, aby byli zůstali slepí, protože by chudáci ztratili práci a tak dále, než aby jim přáli, aby konečně viděli. Для них лучше, чтобы дети остались слепые, чем если бы. Ну потому что надо же зарабатывать. Ну потому что они на этом выделывают. Они учат детей читать Брайлем. Они учат детей ходить с палкой. Учат детей ходить с. Они учат детей с собакой-поводырем. Учат детей с псем. Это же работа. Это работа. И вдруг ты потеряешь ее. Без комментариев. Нет комментариев. A z vašich seminářů určitě už jsou to desítky, možná stovky lidí, kteří vidí z vašich seminářů. Z tvých seminářů je to už, naверное, desítky или stovky людей, которые начали видеть. Я провожу семинар, обучаю этому и уезжаю в другую страну, в другой город. Я всегда очень сожалею о том, что я обучил и уехал. Он уделал семинар, а pak odjede. A vždycky je mu hodně líto, že on to udělal a pak odjel a už nemá s těma lidma kontakt. V Americe je poslovice use it or lose it. Используй или потеряй. Americké přísloví používaj nebo ztrať. Если после моего отъезда ты перестанешь тренировать себя, ты потеряешь эту способность. A když člověk po tím, co odjede, přestane cvičit, tak on to ztratí. И я всегда прошу организаторов моих семинаров: создайте вот какой-то кружок или школу, куда те люди, которые прошли у меня обучение, хотя бы 2 раза в неделю смогут приходить и тренировать. Он детский просил организаторы, чтобы уделали некий клуб небо школу, чтобы те люди могли аспонь 2 раз в день процвечить. Я очень благодарен Елене. Она не просто пригласила людей, которым интересно, а она пригласила людей творческих, которые хотят обучаться на преподавателей и преподавать это для детей с проблемами зрения. Děkuji mě, protože jsem na ten kurz, co jsme měli třeba v Olomouci, teď budu mít v Praze, jsem pozvala lidi nejenom, kteří chtěli naučit se pro sebe, ale to jsou talentovaní lidi, kteří chtějí to předávat dál a učit. Takže jsme učili včera i lektoři. Takže máte své žáky. Ano. A to je výborné. Сколько преподавателей мы обучили? Вчера достали лицензии 11 лекторов. Иборне. Спасибо, Лене. 11 лекторов, часть из них будет учить детей, это одна методика, часть будет учить детей и взрослых. Часть из них будут учить дети, а часть доспели. Так что вот на сегодня в Чехии есть люди, которые могут заниматься без меня, могут заниматься и обучать и детей, и взрослых. На днешний день в Чехии есть люди, которые могут и без него учить. Я надеюсь, люди смогут найти контакт Елены. Naši diváci se o takové věci velmi zajímají, takže už teď je zveme na váš seminář. Их зрители очень интересуются такими вещами и уже сейчас приглашают на твой семинар. Спасибо. Rádo se stalo. Все, мы заканчиваем. Ano. Já bych vám chtěla poděkovat nejenom za vaši metodu, ale za vaši usilovnou práci a působení po celém světě. Vás благодарить не только за твою методику, но и за твою работу, что ты стараешься это по всему миру. A moc vám přeju, aby se našli vědci, kteří vám nejenom uvěří, ale sami se přesvědčí o tom. A možná tím se věda posune o velký kus dál. Очень желаю тебе, чтобы нашлись все-таки такие ученые, которые этим начнут заниматься, и чтобы это и уже и на уровне науки шло дальше. Спасибо. Большое спасибо. Děkuji moc. Ráda se stalo. My vám děkujeme. Очень приятно, очень рады. Благодарят. Спасибо.